Ремейки советских фильмов. Ну, вы знаете, я не очень хорошо отношусь к ремейкам советских фильмов, потому что, ну, это, знаете, это все равно, что перерисовывать картины. То есть, да, конечно, говорят, что для того, чтобы научиться делать что-то гениальное, нужно научиться копировать, а потом уже на фоне этого создавать что-то новое. То есть, да, как учить азбуку, а потом из нее писать книги. Вот. Но все равно, понимаете, это были такие шедевры, действительно, их просто невозможно переиграть. То есть, то, как раньше создавались картины. Во-первых, артисты и режиссеры из самого простого старались делать что-то абсолютно, ну, волшебным, потрясающим. Сейчас просто все уповает на графику, на технические средства, которые есть в обиходе кинематографа. А люди раньше именно полагались на актерское мастерство. То есть не прикроешься, как говорится. Поэтому я считаю, что такие шедевры нельзя переснимать.